Очень люблю авторскую музыку Батума, она совершенно удивительная. Он и аранжировщик талантливейший, вот как мы столкнулись с этим здесь, вот, когда записывали проект «Лукери и дети». И, конечно, замечательный композитор. Так что спасибо огромное, что сдержался. Оркестр уже ушел, а Батум сыграл нам свои вот эти замечательные произведения. Ну и вспоминаю дальше сезон, который прошел просто калейдоскоп, конечно, событий интереснейших и концертов сольных, концертов панорамных, каких-то фестивалей, которые организовывала не я, я их помню, как какие-то крупные серьезные события в моей жизни, просмотр фильмов. Но хотелось остановиться на одном из событий, которое произошло совершенно неожиданно, но одновременно и совпадение какое-то роковое вышло. Я уже говорила об этом, писала в нашем журнале в интернете про то, что я поставила после долгих сомнений программу фильм Акиры Куросавы «Сны», который завершал в каком-то смысле цикл фильмов о художниках, которые мы тут смотрим раз в месяц. Происходит такой киночай «Аслан», где мы смотрим фильмы о художниках в широком смысле слова, не только художников-живописцев, но и музыкантов, актеров, режиссеров. Были у нас и анимационные просмотры, и какие-то вот фильмы, просто пропитанные музыкой и искусством, которые мы тоже внесли к этой категории фильмы о художниках. Но вот этот фильм меня очень смущал. Там есть вот потрясающая глава про Винсента Ван Гога, про его картины, про то, как зрители, герои фильма погружаются в эти картины. Но там есть страшные главы. Но из этих страшных глав о жизни, о жестокости жизни, о страшном жестоком мире, о котором говорил вот Марк в начале, там есть одна из глав о предчувствии атомной катастрофы, которая заложена в японском подсознании каждого японца, где постоянно угроза землетрясения. Я ставлю в план этот фильм, скрипя сердце, решил, что надо бы это сделать. Ну а дальше, вот вы знаете дальше, что было дальше. И все пошло по другому сценарию, и сейчас вот об этом мы покажем еще один маленький совсем ролик, сюжет, который Андрей тоже сделал в результате вот этого события, просмотра фильма Акиры Куросавы и наши как бы позиции в осмыслении катастрофы.